Фестиваль армейской песни «Жас-Улан-2018» стартовал в вооруженных силах Казахстана. Для участия в Астану съехались больше 400 артистов со всей страны. Это военнослужащие, курсанты и воспитанники военных учебных заведений. Открыт конкурс был и для талантливых школьников и студентов. Как выбирали лучших, расскажет Жанар Дулатова. В первые дни конкурса самые волнительные. Именно в эти дни решат, кто пройдет дальше и примет участие в гала-концерте, а для кого фестиваль завершится. Пока одни выкладываются на сцене, другие только готовятся к главному выступлению этого года. Сегодня мы выступаем с песней «Армия казахстанская» и будем танцевать офицерский вальс. Мы не первый раз выступаем на этих мероприятиях. Мы посещали их много раз, нас всегда приглашают. Мы надеемся, что мы выступим хорошо, удачно. Выступить удачно, помимо этих кадетов, хотят еще 400 артистов. Они подготовили более 130 различных номеров. Выбирать лучших будут в жанрах солдатской песни, фольклорного творчества и авторского исполнения. Номинации 3 – это вокал, инструментальные группы и танцевальные коллективы. У нас сейчас появились хорошие танцевальные коллективы. Мы хотим их тоже оценивать. В первую очередь у нас идет национализм. Хотя мы считаем это конкурс самодеятельности, вот военные, в основном они не музыканты, но все равно мы это оцениваем по уровню, у нас уровень растет каждый год. Это уже 20-й юбилейный фестиваль. На конкурс съехались таланты со всех региональных командований, порядка 100 школьников и студентов. На протяжении 2 дней жюри будет выбирать самые интересные и творческие номера. Лучшие выступят в Национальном военно-патриотическом центре. Жанар Дулатова, Ганиел Шумбаев, Хабар 24, Астана.